Меня зовут Игорь Аболин, я арт-директор галереи Татьянина. Сегодня у нас открывается выставка двух мастеров живописи, известных не только в городе Екатеринбурге, но и за его пределами. Выставка носит название «Дега», то есть Катя Дерун и Николай Гашков. Выставка 2 на 2 у нас проводится не впервые, то есть когда два художника показывают разные жанры. В данном случае выставка готовилась почти год. Ребята ее сами придумали, сами договорились, сами сделали. Единственное, что концепцию экспозиции делали мы. И какая развеска будет представлена на наших стенах, это, извините, наша идея. Больше всего мне в этой выставке нравится то, что они разные. И то, что им интересен один из главных архитектурных брендов города, он и любимый, он и ругаемый, это наш конструктивизм. И какой он есть по факту, они написали. Вот сзади меня как раз стена с наиболее знаковыми домами. Ну, расскажи по картинам, которые тебя особенно прикололи. Ну, меня особенно приколола вот эта картина у Кати. Вот картина «Подъезжая на Бажова», очень интересная история. Очень интересна натюрмортная группа со стеклянной посудой. Но прикололи меня больше всего портреты. Мы обычно художника просим написать автопортрет. Но их двое, и они договорились, что каждый напишет каждого. И вот мы представляем. Вот такой романтической девочкой видит Катю Дерун Коля Гашков. А Катя вот в такой своей манере написала Колю. Спасибо, так что, Игорь. Приходите, выставка будет работать до 13 ноября. С нами был Игорь Аболин. Арт-директор. Арт-директор галереи Татьянин Дерун. Адрес галереи. Бажова, 68, в городе Екатеринбурге. Спасибо.